Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 344 упражнение. Прочитаем задание. Выпишите словосочетание сначала с простыми предлогами, потом с составными. Итак, предлоги нужно заключить в прямоугольник. Обозначить словосочетание главное слово. Останется позади дома. Сделаем наподобие корзинки. Ошибаться вследствие невнимательности. Утеплить ввиду холодов. И теперь составные предлоги. Крепнет по мере роста. Мчится вдоль по шоссе. Собираемся по случаю праздника. Еще необходимо ответить на вопрос. Какие из предлогов чаще употребляются в деловой речи? Это предлоги «вследствие», «ввиду» и «по случаю». На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.